известно, что у каждой хозяйки свой собственный рецепт борща. Способы приготовления блинов тоже индивидуальные. Кто-то перенимает кулинарные традиции прабабушек, а кто-то, напротив, изобретает что-то новенькое. Я не добавляю сахар в свой рецепт, в отличие от других, что позволяет моим блинам не пригорать. Этими и многими другими тонкостями приготовления румяных блинчиков семиклассники поделились с младшими товарищами. Мы сегодня проводили мастер-класс 5-му классу по поводу масленицы и пекли блины. К блинчикам школьники принесли начинки на любой вкус – сыр, ветчину, варенье и сгущенное молоко. В преддверии масленицы блинов напекли и для членов клуба «Активное долголетие». Целый ящик угощений пенсионерам передали ученики 12-го лицея. Сегодня мы привезли их в клуб «Активное долголетие» для того, чтобы передать людям серебряного возраста, угостить их. Праздничные столы в клубе «Активное долголетие» буквально ломятся от угощений. Хозяйки постарались. Впрочем, удивили не только количеством блюд, но и развлекательной программой. Нина Липанова, Руслан Сафин, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.